Строительство детских садов в Чебоксарах продолжается. Модернизируются и уже существующие дошкольные учреждения. Так, в одном из садиков Новоюжного района столицы Чувашии открылась новая группа для малышей. В каких условиях они будут расти и развиваться, узнавала наша съемочная группа. Как поздороваться на иностранном языке и как переводится слово «кэт»? Воспитанники 178-го детского сада знают ответы на эти вопросы. С начала нового учебного года здесь открылась английская группа развития. С самого раннего возраста ребята учатся основам не только русского, но и английского языка. В рамках программы модернизации удалось сделать многое. Мы смогли провести ремонтные работы, провести небольшую перепланировку, что позволило нам создать дополнительно 25 мест. Здесь всего 15 детей, а остальные 10 детей распределены по другим группам. Перепланировка позволила нам сохранить функциональные кабинеты, что очень важно в рамках организации образовательного процесса. Это кабинеты центра развития и три лаборатории. В последней малыши учатся мыслить творчески и нестандартно. Проект «Трис технологий» стартовал в детском саду совсем недавно. Помимо этого, сделали и ремонт в бассейне. Теперь заниматься водными процедурами стало удобнее не только воспитанникам садика, но и ребятам со всего микрорайона. Весь ремонт занял всего месяц. Теперь здесь есть 14 полноценных групп для малышей. Если мы говорим о создании дополнительных мест, то опять же говорим, ни в коем разе не ущемляем детей, которые ходят в детские сады. Конечно, деткам это очень хорошо, родители могут идти на работу, спокойно оставив малышей в своих детских садах. В течение года было отремонтировано и переоборудовано 10 детских садов, что позволило принять еще 320 юных чебоксарцев. Работа в этом направлении будет продолжена. До конца года свои двери распахнут еще два детских сада. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика.